Поздравляем вас с выходом в второй раунд. Насколько порадовало возвращение Шипачева, не играв в прошлом матче? Ну, безусловно, если сказать нас лично, да, то более сыгранно, конечно, мы все знаем. Если кого-то ставить другого, приходится немножко обсуждать до игры. Но с Каскаранцей, точнее, не было проблем тоже. В Петербурге встречи были, наверное, может, посложнее, чем в Подольске, если сравнивать два матча в Питере и два матча здесь. Да все матчи были сложные, на самом деле. Знаете, счет, может быть, не всегда отражает все, потому что там в третьих периодах команда пытается отыграться, может быть, пропускает еще дополнительные шайбы, а так, неважно, какой счет, главное, в серии. Поэтому мы довольны, что закончили серию минимум матча. Конечно, вам все равно, наверное, с кем играть во втором раунде, но вы смотрите, как там развиваются другие серии. Ну, конечно, мы знаем, какие счета там, но от нас ничего не зависит. Предпочтение есть там, Локомотив, Динамо? Нет, я не думаю. А есть такой какой-то стереотип? Говорят, что вот там 8 дней отдыхать, команда заржавеет, за этим что-то стоит или ерунда все это, когда журналисты пишут? Ну, возможно, но мне кажется, это больше в голове как-то. Или там стечение обстоятельств, на самом деле, я думаю, там уже надо готовиться к отдельному матчу каждого. Вы сегодня дубль оформили, но такой уже при счете 5-6-7 для вас тоже значимые вот эти шайбы уже? Я не уверен, что у меня дубль, на самом деле. Другую шайбу все-таки Ковальчук. Надо будет посмотреть. Точнее, да. Спасибо вам. Спасибо.